Salam dostlar, Mafia 2, bölüm 2, ikinci hissə, Dom Mili Dom, evim, şirin evim. Başlayaq. Vito artıq, deməli, əskərlikdə, əskərliklərimiz üstü, müharibədə güllə yarasaldı. Ага. Я немного повалялся в госпитале. Госпитал добрался. А потом получил месяц отпуска и поехал. Отпуск. А мы с ней тогда гелдим. Гайтем Эмпайр Бэя. Чоуда он у орта гёздир. Чоуда ки не гёрэдэсни дядзелер. Чоуда орда дядзеки. Бит дядзек сэн мэн дядзеки тап. Бит гэлмэй билли. Он дядзеки мэн билирэм. Не яни. Алагалэрим вар. У меня свои источники. Ну что, поехали. Бир давай гетти. Ничего, тачка. По штату положено. Стиль машина. Знаю, тебе свербит увидеть своих, но сначала по пиву. Конечно. Дирабадзи гэдэ пивио, дирабадзи гэдэ да. Вот и он, Барби. Колись, скучал по нему? Ну, а ты как думал? Не скажу, что тут прям рай на земле, но где угодно лучше, чем в Акоме. Что с погодой творится? Говорят, это самая холодная зима в истории. Но не волнуйся, стаканчик тебя сразу согреет. Кстати, Вита, сколько же времени мы не бухали, а? Года два? Почти три. Помнишь у Тони Сакелли? Ну, Вита, не путай. Последний раз мы пили, когда тебя провожали на фронт. После похорон твоего папаши. Помнишь? 5 минут разговора и опять на папашу моего свернули. Может, сменим тему, а? Ну так скажи, старик, как оно там было? Я даже... Газет я читал, чтобы сориентироваться, а ты же знаешь, как я ненавижу читать. Вы надрали задницу Муссолини, верно? Ну, типа. Нам слегка помогли здесь такой Дон Кало. Нифига себе, Дон Кало? Я про него слышал. Правда? Дон Кало. Я тут знаю таких, как он. Будешь на них работать, читай, что устроился. Нагадишь, ты труп. Зря времени не терял. Да уж, а тебе говорят, дали медаль. Ага, сам потом вручил. Так ты настоящий герой войны. А потом что? Трахнул пару сицилийских тёлок и вернулся домой? Да, точно. Старая родина. А тут можно вообще трахать всё, что движется. Сюжлик, а сейчас начинаем чем верим, что? Какая страна? Ну, за Соединённые Штаты из-за возвращения. Салют. А, салют, Чентани. Ну, какими судьбами? Отпустили за хорошее поведение? Не, я поймал пулю пару месяцев назад. Чуток повалялся в госпитале, а теперь вот на побывке. Эй, погоди, ты что, обратно уедешь? Ты знаешь, ты как думал, война еще не кончилась. Ты туда не хочешь, нет? Нет, конечно, ну что ж поделаешь? Минутку, подожди-ка. Ага, Джоэн, нас и планы вар. Я им... Еди... Тафиклянна... Алайга сахлэзо хамштабе. Эй, это Джо. Помнишь, на той неделе я тебе помог? Имя? Имя надо. Вито Нелевич, Махарбена Сахарова. Спасибо, друзья. Ладно, до встречи. Я надавал, я не кетпаш, Махарбена Азарбе. Ахр, не ел на урсу, что он хотел идти. Выяснилось, что ты ранен намного тяжелее, чем казалось поначалу. И доктора говорят, что ты отвоевался. Что? Стой, ты что, ты... Говорю же, я знаю нужных людей. Бумаги все получишь завтра, когда дело касается печати и подписи, это только вопрос денег. Ты шутишь, правда? Ха, не слишком рискованно? Чего сидеть, ты мне сам понимаешь. И деньги я откуда возьму? Я все устрою. Могу я тебе сделать подарок, а? И не волнуйся, бумаги будут чистые. Поверь. Ну, спасибо. Да, пожалуйста. Камонфрат, ты мне как брат родной. Теперь можешь подумать, чем займешься дальше. Конечно. Но сначала я домой. Ладно, подвезти. Нет, спасибо. Пройдусь, посмотрю, что изменилось, пока меня не было. Не вопрос. Передавай привет сестре. И заходи завтра, есть один разговор. Не верю, ты меня вытащил с войны. Спасибо. Не вопрос. Завтра поговорим. Əslində elə demirəm.
Это я хотел, ай хала, ай биби, вах, ты мёртв, на динаме. Пусти его! Так, мы сейчас вернёмся. Да всего-то, кружка пива. Демали, бу... Совсем охренел. Кишинин достары арбахтан харшиды, кишини ашағы бұрақсынлар. Не гюзел кишиды бу. Бұғылар да бар. Адамын не? Girək içəri, bloka girək. Bloka girdik. Işığı sö... Aa, işıq. Aa, söndürək ki, pul yazmasın da yaxşı deyil. Buranın işığını söndürmək olmur. Pişik, aa, pişik, pişik. Pişik. Ataş. Nə mırıldırsan? Əcəb oldu, yıxıldı, neysə. Gəldi, çıxdıq evimizə. Привет, мама. Я вернулся. Вита, Вита, сынок, ты вернулся. Я думала, никогда тебя не увижу. Мы с Франческой тебя так ждали. Сестричка, как дела? Франческа, ну он пошел. Садись, ты же, наверное, голодный. Франческа тебе ужин приготовила. Дзуппа ди Полло. Тебе полезно. Ого, вкусно пахнет. Ах, папа твой не дожил до этого дня. Он бы так тобой гордился, Вита. Да, да. Вита, как так можно? Прости, мам, прости. А, дуали меш башлар, ага. Меничи, сеньоре, команчара. Тальян дилля, меничи, сеньоре, калемани, калемани. Сэм лоча венно, провидене порока чили калинанно. Препара перфекто. А ты яхш сэн за, еме. Тебе нужно отдохнуть. Альбек, твоя комната йорумша ничуть не изменилась. Ну, увидимся утром. Нобэти джун, на следующий день. Здесь жить нельзя. Надо что-то придумать. Дир бурда яшамак олмаз, несе фикирешмэй лазмы. Дэдзили оларак дэрхал. Нэньяк, шкафмызы ачаак. Аха, физика өзі бізі гёстердейнэм. Аха, костюм вар. Ады... Бэлэ бір шей вар. Аха, бэлэ бір шей вар. Бэлэ костюм вар. Böyle bir şey var. Yok be, o da yok. Şu masayı götür. Bu motosiklet dedi yok. Van yeni, her biri. Military. Bu da öyle onun detaylı. Loot şeyle bunu götüreyim. Şu. Kutu kimi olduk? Kutu kimi? Neyse, çıktık söyle. Так тебе когда обратно? Вообще-то, вроде не надо. Но у меня Джо с этим помог. Джо? Ты опять хочешь попасть в беду? Мам, ты хочешь, чтобы я опять попал под пули? Нет. Именно. Джо мне, наверное, жизнь спас. Обещай мне, что больше не будешь связываться с этим Джо. Знаешь, твой папа работал на одного человека из доков. Папа Лардо. Он из профсоюза. Найди его и работай усердно, как твой папа. Папа, найди его. Обещай мне, что сегодня же с ним поговоришь. Ладно, мама, ладно, обещаю. Грация, Адио. Цохсала там. Ага. Гедек, гюрек, башымыза не гелер. Ягин, аяк йолдан. Сердан бунлари гелер. Ha, balaca fortika da var ki, yəni iyi çıxsın. Bən gücdən də özünü baxır. Pis deyil, necə çıxdı. Işıq.
Ашығы сөндіреші пұл келдімсін, да? Яқшы дейл ақ. Әді, дүйен көре бұқты шығы сөндірейді, ана? Сөнмес. Сөнмейді. Сөнен де, нәйсі. Yuxarı pləkanda nə var? Mənə maraqlıdır. Əslində mən bu oyunu oynamışam. Çox oynamışam. 5-6 dəfə baxlanmışam əvvəllər. Orası indi yenə oynamaq istəyirəm. Çəkilişə YouTube-a görə, sizlərə görə. Maşendik, məni güdürdün, aç qapını. Nəysə. Bu binamızın işverəniydi. Tanış olun ki, nəsə xəbər olsa çatdırır səs qoruya. Nəysə. Çıxdıq çölə. Иральяк, Ирай, ну. А мне плевать. О, базан. Базан. Что тут происходит? Риду. Не лезь не в свое дело. Ирай, да ну. Пашун гирмен, Ирай, бетан, высоко. Да. Пойдем, малыш. Пойдем. Я отведу тебя в школу. Давай, отвези меня в школу. Как пугать женщин, так ты крутой, да? А меня одного, а? Рида, пожалуйста, ты делаешь только хуже. Ирай, вари, иди. Ана, 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 ана. Ага. О, хошим гелди. А бура ке гюрме. Ана, ана. Ана, ана. Ана, ой. Хошим гелди. А бура ке гюрме, сэплэштым. Шарапсет. Олдаааа. Ана. Алла! Эй, мать твою! Знаешь чё, вали отсюда нахрен! Давай, вы пожалеете! Вы оба пожалеете! Что происходит, черт возьми? Прости нас, Вита. Мы не хотели тебя волновать. Чем? Чем волновать? Ну же, Франни, расскажи мне, в чем дело? Папа незадолго до смерти взял деньги в долг. Много. У ростовщика. Он надумал найти работу получше и отдать. Мы узнали после того, как ты ушел на войну. И сколько? $2000. Сколько? Черт. А хуже всего, мы должны отдать им все до конца недели, или долг снова вырастет. Такие деньги мне в порту не заработать. Кто это? Я не знаю, мама не говорит. Все в порядке, Вита. Мы справимся как-нибудь. Не бойся, я разберусь. Обещаю. Спасибо, Вита. Береги себя. Как-то надо нарыть две штуки и быстро. Джо наверняка поможет. Окей. Джо хардадер. Не-не. Карта тап. Окей, Джо будет. А, где? Gidek Joe'ya. Deməli, hərəkət W, arxaya S, sağa D, sola A, Shift-dən W-nü basanda sürətli qaçmaq. Sonra Probel dava edərkən özünü qorumaq. Sol düyümdə, sıçanın üzərindəki sol düyümdə nədir? Vurmaq. Okey. Girək. Joygülün pləkanına girdik. İşığı söndürək. İşığı söndürdük. Işığı söndürdük. Простите, мэм, вы не знаете, где живет Джо Барбара? Направо от лестницы. И скажи ему, чтобы больше по ночам не шумел. Не нравится? Пусть ищет другое жилье. Сава, сава. Ты Джо едно сэспюлемэсэ.
Что дома? Хорошо. Мама, правда, была не рада, когда я упомянул тебя. Ты ее знаешь. Хочет, чтобы я нашел честную работу. Будешь искать? Не знаю, но точно не буду повторять ошибки моего папаши. Мне нужно заплатить его долги, встать на ноги и найти себе жилье. Нужны хорошие деньги, а столько горбом не получишь. Да живи у меня сколько надо. Найдем мы тебе работу, где ты будешь зарабатывать и не убиваться. Звучит как музыка. Сейчас я живу на 20 баксов в неделю от дяди Сэма. Я знаю многих, которые отлично платят, так сказать, за риск. Чтобы я для старого друга ничего не нашел. Работяги, они же неудачники, точно. И не говори. Ладно, шаг первый. Познакомим тебя с Джузеппе и заодно заберем твои бумаги. Пошли. Вау, вот это кровать! Эй, не знаю, как у вас там в армии, но у нас так, один мужик, одна кровать, ладно? Ты издеваешься? Я разглядел этих твоих тёлок, так что даже за деньги к ней не притронусь. Это я тут буду спать? Ага, шикуй. Gel de. Kapını bağla. Geçen. Ben aşağılıyam. Так ты подумал о том, чем заняться? Ты сказал, что представишь меня этому Джузеппе. Нет. Не прямо сейчас, а вообще. Там на фронте ты не думал о том, чем займешься после возвращения? Эй, слушай, а можно... Что? Сесть за руль? На дорогах гололед, а ты водить не умеешь. Джо, я за баранкой сидел почти все время. Это же не танк, это одна из лучших машин, какие можно купить за деньги. При чем тут танк? Я джип водил. Что такое джип? Это... Неважно, за руль пустишь ли как? Ладно, вот ключи, только осторожней. Значит так, в такую холодрыгу надо газку поддать побольше. Это самая правая педаль будет. Я знаю, Джо, знаю. Демели таблю газы. Правый тормоз, S-тормоз. Эй, Нита, знаешь, что сегодня за день? День как день, откуда мне, блин, знать? День, когда ты станешь автовладельцем. С радостью, только не на что. Кто сказал, что надо платить? Ух ты! Только глянь на эту цепу. Отлично. Джефферсон 42. Красивая какая! Прямо стыдно окно выбивать. Лучше подбери себе отмычки у Джузеппе. Добро пожаловать в универмаг Джузеппе, рай для вора. У него, как в Греции, есть все, даже липовые разрешения на оружие и увольнительные для тех. Эй, Джузеппе, привет, я тебе клиента привел. Он свой, да? Так точно, свой в доску. Это Вита, мой давний друг. Это Джузеппе, лучший медвежатник в Empire Bay. Отставной только. Как дела? Бумаги для тебя? Да, для него. Они уже готовы.
Та еще морока была, но готовы. Ну, спасибо. Это и правда выгорит? Армия тебя больше не побеспокоит, поверь. Видишь, что я говорил? Вот деньги. Бери бумаги, Вита. Еще нужен набор отмычек. Это да. И угадай, кто их купит. Я сам. $27.75 пулум бар. Окей. Алдык. Грация. Можешь проверить прямо здесь. Вот. Держи замок. Надо просто сунуть отмычку в замок и поднять все крючки. Берешь ключ и зажимаешь крючки по одному. Когда отведешь все крючки, поверни ключ, и замок откроется. Легко. Оп. 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 Все, а что? До встречи, Джузеппе. Се Бенедико. Легко, увидимся, да? Вита. У тебя получится. Я все время практикуюсь, когда ключ в машине забуду. Bir maşın açan hərfə ondan da beləncəsini açıram deyir. Ну что, ты все еще не против ее взять? Ты что, шутишь? Я влюблю. Ну тогда это твой шанс. Bir maşın götməsini bilməzlərsən, ola. Öndür maşın sevdir, onda bu sənin şansın. Okey. Deməli, nə edirsiniz? S hərfini basırsınız. Fikir verin, bir anlıq rəngi qırmızılaşır. Bax. Baxın, qırmızılaşdı. Baxın, qırmızılaşdı. Baxın, qırmızılaşdı. Qırmızını olanda eyni basırsınız. Oradan keçirirsə o növbəti aşağıya qıfla açar. Hop, gördünüz. Bir dənə də baxın. Bax, qırmızılaşdı. Bir dənə də qırmızılaşdı. Kolunu qaldırsınız, buraxın aşağı. Возможно, угонщик. Ой, polis gördü bizi. Жми на газ! Вас понял. Тут машину угоняют! Преследую! Ну так это еще не конец! Сбросим быстро! Мастерской. А, Томми, племянник одного кореша. Он типа тихоня, но скажу тебе, танцует как зверь. Пару недель назад видел, как он пляшет в старом клубе в Остербей. Все тёлки с ума сходят. Я что, слышу намек на зависть? Ты шутишь? Мне-то зачем танцуй? Я же обаятельный.
Ты слушай, как я девок снимаю, а то так и будешь сам с собой ночами дрыгаться. Например, у тебя в кармане зеркало? А то я себя вижу у тебя в трусах. Если бы я мог переделать алфавит, то я бы Т и Я поставил вместе. Ой, блин, перестань. А вот это верняк. Эй, детка, отличный прикид. Будет круто смотреться утром у меня на полу. И у тебя это работает. Ты знаешь, чем поговорить от поваляться отличается? Нет? Давай поедем ко мне, поговорим. У тебя проблемы, в курсе? Заехали ко мне домой, поиграем в игру. Ты будешь дверь, а я тебя. О, это позор. Слушай, если у тебя висит 17, словами можно вообще не заморачиваться. Хорошо, теперь направо. Хорошо, почти на месте. Поверни направо. Her süratim güçlü olduğundan ve maşının abiyon böyle olduğundan dönme biraz çetin. Вот и свалка, Майка. Карунда ей темирунда. Bir dakika gözüm başlasana öğrenmişsin. Bir dakika. Настройка. Яркость aşağı veriyor. Ama bak bağladım gözü ama. Bir dakika güzel şey oldu. Düzeldi ne yarkısı. Эй, привет, Майки, какие новости? Фу, Майк, ты бы хоть иногда руки мыл, что ли? Мне ж теперь ванну принимать. Эй, я работаю, а рабочий человек всегда руки замарает. И вообще, я их вытирал. И чем? Той же тряпкой, которой драешь туалет, а? Слесарюга? Послушай, ты кто тут, санинспектор? Или ты дела делать приехал? Дела, конечно. Это мой друг Вита. Вита, это Майк Бруски. Не пожимай ему руку, у меня мыла не хватит. А знакомство, Вита? Мы с Вита давние друзья. Он только что вернулся из Европы, ему нужны деньги. Так что, думаю, он может помочь тебе с нехваткой запчастей. Я за него ручаюсь. Ага. Ладно. Джо рассказал тебе о нашем левом бизнесе? Ну да. Мне нужны обычные машины, никакой роскоши. С каждой тачки получишь долю. Пригоняй сколько хочешь. Только не притащи копов на хвосте. Если они припрутся, я тебя знать не знаю. Понятно? Ясно. Твою мать, Майк! Ты же мне все пальто залапал! Оно же больше тебя стоит! Не верещи, а то я тебе глаз на ухо натяну. Знаешь, сколько сейчас химчистка стоит? Да хрена! И еще не факт, очистит ли! Ты заткнешься? Вита, слушай, сегодня мне нужен Вальтер Купе. У меня просят детали, а машину я нигде не найду. Потому что не знаешь, где искать. Каждый раз, когда еду по Хантерс, вижу одну такую у бара, вроде «Одинокая звезда» называется. Это же нигерский район. Буду там как прыщ на коленке. Слушай, я дам тебе 3,5 сотни баксов. Стоит того, а? 4. Ладно, идет. Ладно, Вита, давай пошли, Андиаму. Все равно я пришлю тебе чек из химчистки. Давай, а я адрес поменяй, болван. Так, слушай, это твой первый заплыв, так сказать. Смотри и не облажайся, ладно? Вот, Вита, держи. На всякий случай. О, класс. Эй, Майк, можно я эту штучку проверю? Конечно, кайфуй. Вот мишень. Целься в ту развалину. Бензин остался. Но я знаю анекдот в тему про поляка, но не скажу. А, да, кстати, пошел. Ладно, хватит стрелять, работать пора. Окей. Не, 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 не,
Durup İnan bir gidiyor ya. Знаешь, иногда бывает, Майк находит в прессе жмуриков. Не врешь? Не-не, гоню я. Те, кто мутит воду, сбрасывают с пирса. Умник. Бежден стивады элемей лазымды. Ора машин салыры, ога да бізде пулды. Бізден баяғы бірінде машин 408 болла. Пулды. К чертовой матери. Я тебя просто дразнил. Преследую гонщика. Понял. Скоро будешь в них купаться. Так что, Сент-Айленд все такая же дыра, как раньше? Нет, ой. Нет, сейчас не так уж плохо. Хрена себе. Как это может быть? Все черномазы свалили на юг на зиму. Ясно, дыра дырой и остался. Давай поехали на супер-кетти, о супер-кетти. Майк, ты вечеряешь. Ортак бир машин var. Стало даже хуже, чем в детстве. У них там что-то вроде банды родилось. И мир, хрен их разберешь, что такое. Зашибись, прекрасно. Звери это. Дурь толкают друг друга мочек. Вот и все дела. А если полезут? Кстати, теперь с оружием ходишь? Это еще зачем? Из него в нашем деле никак, особенно в этом долбанном месте. Да, блин, умеешь ты утешить. Ты в курсе? А дом родной ему уже не нравится. Эй, что за наезд? Я просто... У нас тут ехали. Тащу идиота в участок. Ясно. У тебя бутылка от шампанского, да внутри пива, друг мой. Вон та кремовая крошка. Осторожней. Сделай все быстро и уматывай. Если придется, выбей окно и вперед. Я буду ждать тебя у Майка. А если будут проблемы? Разберешься с ними. Считай, что это проверка. А провалишься? На фабрике есть рабочие места. Верно. Просто спросил. Удачи, кореш. Увидимся у Майка. Какого черта там делаешь? Алло.
что делаешь, мазафака? Central Radio, ECNR. Эй, задание выполнено! Как все прошло? Расплюнуть. Вот только машина принадлежала кучке нигеров, и как ты уехал, они тут же попытались меня прибить. Наверное, бомбисты. Хантер с их район. Они несерьезные ребята, так, шпана. Шатаются по улицам. Болтают херь, воруют херь и курят травку. Посмотрим, что тут у нас. О, мило, без пятен. Чисто. Откуда у шпаны деньги на такое? Наверное, сами угнали. Ну, хороша. Сколько я там тебе за нее обещал? 600. Мне нравится твой друг, Джо. Вот тебе твои 400. Заходи еще, ладно? Снова вместе поработаем. Будь уверен, Майк. Увидимся, Майк. Я скоро снова зайду. Ладно, ага. Парни. До встречи. Вот твои 300. Остальное мне за посредничество. В следующий раз ты сам по себе. Сойдет. Спасибо, Джо.
Ладно, поехали домой. Я устал. Вита, нам нужно на шоссе. Ну что, Да, но мне чуть башку не оторвали. Я что, выжил на войне, чтобы пропасть на Сент-Айленд? Ну такая работа, парень. Что поделаешь? К тому же вряд ли ты еще чему обучен. Наверное, ты прав. Не переживай, все будет проще простого. Так, что за тип этот Бруски? Майк полезный мужик. Ворчит много, но всегда какое-нибудь дельце докрутит. В основном с угонщиками. Вроде сидел когда-то, по-моему, с бензоколонками тогда химичил. Ты и правда его заставишь платить за химчистку? Я спущу на тормозах. У меня с ним много общих дел, но и потом нрав у него тот еще. Мы как-то были на скачках, и один ирландец ему пиво на выигрышный билет пролил. Майк его так отделал, что чувака след надел. По мне так урод кончили. С ними просто надо уметь вести дела. А я с такими ребятами дела крутил. Майк по сравнению с ними просто душка, увидишь. Эй, тут где-то можно машину поставить? Хочу кроссовку на улице бросать. И правильно, так что ставь ее рядом с моей в гараже. На улице прямо стада уголовников. Да, район уже не тот, что прежде, а? Сигнал веришься, наверное, в гараж дат. Если хочешь есть, жратва в холодильнике. Ты голодный, Вита? Нападай на холодильник. Холодильник там в баш. Чанымызы бертвайлияк. Ой, каши. Ятах. Belə, ikinci bölümün də sonuna gəldik. Özünüzə yaxşı baxın, növbəti sizlərlə görüşərik. Allah'a emanet olun.